89% жителей организации округа своевременно оплачивают услуги по вывозу мусора. Это рекордный показатель с начала пандемии. По данным Югра экологии, объем собираемых средств практически сравнялся с докарантинными показателями. Весной российский экологический оператор отмечал падение собираемости платежей более чем на треть во всех регионах страны. В тот период существенную поддержку Югре экологии оказало поручение губернатора бюджетным организациям оплатить услуги регионального оператора авансом. Это позволило не сорвать графики вывоза и утилизации бытовых отходов в округе. Теперь ситуация выправляется, хотя платежи за вывоз мусора по-прежнему принимаются только дистанционно. Причин снижения собираемости можно выделить в качестве основной, наверное, во-первых, большое количество юридических лиц, которые вынуждены были приостановить деятельность в связи с введенными ограничительными мерами, и, возможно, общая напряженность в настроениях наших потребителей по поводу введенных мер.